первые слова после окончания матча? Да, хорошая игра получилась. Сделали выводы после прошлой игры, потому что начало было безобразное с Ригой. Сегодня вышли, забили быстрый гол и еще два в первом периоде. Поэтому хорошо, что делаем правильные выводы. Во втором периоде немножко позбавили. Да, во втором периоде чуть подсбавили, хотя нам тренера в перерыве говорили, что делать. И мы вчера на тренировке тренировали, что делать, но у нас чуть не получилось. Поэтому, опять же, есть над чем работать. Завтра у нас есть день перед следующей игрой. Я не знаю, если честно, я такие моменты не особо обращаю внимание. Но то, что мы сделали, это мы пытались сделать это несколько игр, поэтому хорошо, что получилось. Можно ли сказать, что вы в первом периоде, по сути, игру решили? Да я бы так не сказал, потому что вы сами видели, здесь мы проигрывали 5-1 Акбарсу, и много игр вообще по лиге, где команды отыгрываются, и сейчас уровень средний вырос, поэтому любая команда может обыграть любую. Илья, а что произошло в эпизоде с Алтыниным? Да ничего не произошло, обычный момент игровой. Это же хоккей, контактный спорт. Не обидно, что все-таки не подрались, и хитрики Горби Фоу не вышли? Да ничего страшного, еще впереди много игр. В общем и целом, домашней серии этой довольны, и вот такой хороший ход команда набрала. Возникает вопрос о том, насколько хватит сил физически. Так много забрасывают на таких... Да я думаю, что все ребята тренируются здорово. Помимо того, что мы делаем на льду, у нас хороший тренер по физподготовке, который дает хорошие упражнения. Поэтому все прекрасно понимают, зачем сюда собрались. И все делают одно общее дело. Поэтому то, что сил хватит, это точно.